Привет, друзья! Вы на канале ДТВ. И у нас сегодня распаковки автомобильные мультитул автоспасатель. Итак, он выполнен из такого прекрасного мягкого у нас чехла. Сумочка такая прям прекраснейшая. Давайте мы сейчас с двух сторон посмотрим. Такая молния. Итак, напоминаю, что автоспасатель у нас предназначен для пуска двигателя без посторонней помощи, безопасное разбивание стекол. То есть есть у нас здесь непосредственно молоточек вот такой. То есть ей можно спокойно разбить при аварии стекло в автомобиле. Вот он также является у нас как АКБ на 8000. Мультитул можно также даже использовать как зарядное устройство. Он идет у нас на 8000 махов миллиампер. Давайте на 8000, да, емкость батареи у него идет. Итак, он имеет у нас также здесь два USB разъема, USB 2.0. То есть мы его можем использовать как светильник ночного такой, да, дня как бы. Вот такой яркий свет. То есть, представляете, как он освещает? Вот такой яркий свет вообще просто вот ослепляет. То есть, у нас здесь 3, 6, 9, 15 светодиодных таких лампочек. Вот также можно при аварии выставить его как значок. Он будет вот так моргать, чтобы не въехала ночью на вас машина. И также здесь есть фонарик. Так, это у нас тут зеленые лампочки, не знаю. Также здесь есть встроенный ножик. То есть этот служит ножик у нас для специально для случая аварии, да, разрезания ремней. То есть можно разрезать ремень. Посмотрите, у него сколько очень острое лезвие здесь. Очень острое. Сейчас мы сфокусируемся. Можно резаться в него. Вот. Ну и, конечно же, самое главное, да, это автозапуск у нас автомобиля. У нас есть щипцы. Минус и плюс, да, непосредственно. Плюс. Сейчас я вам покажу, как он вставляется. Вставляется он очень легко. Вот здесь у нас. Вот и, соответственно, подключается к аккумулятору автомобиля. И мы сможем его завести. Значит, в комплекте у нас также идет зарядное устройство АКБ. Примерный полный его заряд. Ну, где-то часа 3-4 надо будет заряжать, чтобы он зарядился полностью. 8000 махов. Также можно его заряжать от прикуривателя. Так. И можно, соответственно, заряжать наши телефоны, iPhone. Можно планшет даже, в принципе. Есть Type-C телефоны, также можно планшеты. И микро-USB в комплекте мы можем заряжать. Значит, идет у нас вот такая инструкция. Автомобильный мультитул автоспасатель Даджет. С описанием, что и как можно делать. Значит, давайте подведем итоги. Значит, это у нас автомобильный мультитул автоспасатель. Многофункциональное устройство, которое оценит каждый владелец. То есть вы оцените, это точно я вам говорю. Это универсальный мультитул, будет полезен как в повседневной жизни, так и в нештатных ситуациях, которые порой случаются на дороге у нас, да, друзья? Это пуск двигателя, это если у нас вдруг
сел аккумулятор, там нечаянно мы оставили свет, да, как бывает у некоторых, не выключается автоматически, да, особенно на советских автомобилях. Вот, очень хорошая штука, незаменимая. Безопасное разбивание стекол, да, то, что я вам показал здесь непосредственно. Безопасное, да, разрезание ремней. Мощный светильник для выявления скрытой течи. Это вот здесь у нас. Также здесь, да, можно как бы включить. Вот. И обозначение мест ДТП. То есть это у нас моргающие здесь, да, непосредственно лампочки. Итак, подписывайтесь на канал ДТВ, если вам все понравилось. Ставьте лайки обязательно. И всем пока-пока, друзья.